Здравствуйте! Сегодня вторник, 13 октября 2020 года. Мы продолжаем отслеживать перелеты из Израиля. И на сегодня запланированы перелеты. Вена, Австрия. Рамон, Эйлат. Цюрих, Швейцария. Два перелета в Лондон, Англия. Москва, Россия. Париж, Франция. Афины, Греция. Ираклион, остров Крит, Греция. Стамбул, Турция. Париж, Франция. Родос, Греция. Тбилиси, Грузия. Афины, Греция. Стамбул, Турция. Белград, Сербия. Нью-Йорк. Второй аэропорт Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Братислава, Словакия. Афины, Греция. Совместный перелет Манила, Гонконг. Это Филиппины и Гонконг. Афины, Греция. Лондон, аэропорт Лутон. Рамон, Эйлат. Варна, Болгария. Еще один перелет Варна, Болгария. Лондон, Англия. Париж, Франция. Лондон, аэропорт Лутон. Два перелета в Нью-Йорк. Один в аэропорт Нью-Йорка, один в аэропорт Нью-Йорка. Соединенные Штаты Америки, Чикаго, Соединенные Штаты Америки, Аддис-Абаба, Эфиопия, Франкфурт, Германия, Афины, Греция, два перелета Стамбул, Турция, Вена, Австрия, Рамон, Эйлат и Цюрих, Швейцария. Всего на ближайшие сутки запланировано 40 перелетов. Спасибо за внимание. До встречи на моем канале.